Людмила Муравлева работает воспитателем в Чапаевском реабилитационном центре. Как только появилась возможность, сразу записалась на прививку от коронавируса. Каждый день она контактирует с коллегами и подопечными центра. Говорит, не хочет стать виновницей заражения кого-то из них. Вакцинация – это мое право, мой выбор. И я думаю, что если чем больше людей будет прививаться в наше время, тем быстрее мы победим эту болезнь. Вакцинация сейчас проходит во всем регионе. Часть жителей успели сделать второй компонент прививки. Записаться на процедуру может каждый. Для этого нужно позвонить по телефону в регистратуру своей поликлиники или по номеру 122. Также можно воспользоваться сайтом госуслуги. Там в графе «Лист ожидания» оставить свою заявку. Заканчивается вакцина быстро. И если на момент заявки ее не окажется в наличии, вам позвонят, как только поступит новая партия. В наш город идет периодическая поставка вакцины «Гамковитвак», к которой мы готовимся. Мы заполняем листы ожидания, готовим население к определенным дням. И после того, как приходит вакцина в наш город, мы обзваниваем все население и начинаем активно работать, активно вакцинировать. В первую очередь прививают тех, кто находится в группе риска – медицинских работников, педагогов, работников сферы обслуживания и людей с хроническими заболеваниями. Виктория Шарая, «События».